Здравствуйте. Эфир «Первый Ярославского» продолжает проект «В тему». В студии работает Дмитрий Жданюк. Чемпионат мира по футболу шагает по стране. Сейчас все только о нем и говорят. Даже те, кто не мог до этого отличить офсайд от пенальти. В Ярославле матча Мундиаля не будет, но уже несколько дней работает фан-зона для просмотра матчей. О чемпионате и о развитии футбола в Ярославской области мы поговорим с нашим гостем. В студии «Первый Ярославского» заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведмедев. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу же первый вопрос. Несколько дней уже прошло с начала самого главного футбольного события планеты. Следите ли вы за ним? Конечно, следим. Ну, прежде всего, первый наш матч, который выиграла Россия, это было для всех великим, наверное, великой победой уже сразу же с самого начала. Хороший темп задан. Я думаю, что это придает азарта не только самим игрокам, но и всей России. Вообще ожидали такого результата? Ну, конечно, я думаю, далеко никто не ожидал. Есть ли у вас билеты на игры чемпионата мира? Собираетесь ли вы посетить какой-либо матч? Да, я к моей большой радости еду в отпуск, ухожу и перед отпуском, ну, в самом начале отпуска я приобрел билеты в Калининград на матч Англия с Бельгией. Всегда мечтал посмотреть, как играет хороший футбол. Я думаю, сборная Англии – это тот уровень, который я хочу увидеть для себя. В Ярославле организовали фан-зону в казармах, хотя изначально было другое место – стадион «Спартаковец». Долго между одним и другим местом выбирали. В итоге определили, что проведем все дело в вознесенских казармах. Все-таки с чем связан выбор именно этого места? Мы уже неоднократно в наших передачах говорили о том, что прежде всего в нашей работе мы ставим априори всему безопасности. Если это кого-то в каком-то моменте не удовлетворяет, то, соответственно, само мероприятие по себе уже остальное не имеет значения. На «Спартаковце» достаточно сложно организовать безопасность для жителей, туристов, для гостей города, потому что все-таки мы не могли полной информацией владеть, насколько гостей, возможно, много может быть на этом. Вот. До последнего момента сомневались, ну, было принято решение проводить в казармах. Во-первых, во-вторых, площадка уже год как примерно как спортивная раскручивается, да, и здесь тоже есть свои плюсы, потому что технически гораздо проще это все сделать. Которое прошло мероприятие у нас, многие просто оценили в том плане, что было очень уютно, очень хорошо и приветливо. Но а те, кто пытались все-таки пронести с собой горячительные напитки, бдительная наша безопасность, полицейские были на своем месте и вовремя предотвратили. Прежде всего, это спортивный праздник, и я советую всем горожанам на это внимание обращать, поскольку там дети, а надо показывать хороший спортивный пример своим детям. К большому сожалению, Ярославль игры чемпионата мира не получил, но до последнего наш город претендовал на то, чтобы стать тренировочной базой какой-либо сборной. В итоге Ярославль никто не выбрал. С чем связано это, как вы считаете? Ну, мы для себя провели анализ. Естественно, к нам приезжали сборные разные. И, в частности, сборная Уругвая была. Мы пытались всячески показать наш город. Они были полностью удовлетворены всеми теми принципиальными вещами для них, которые были важны. Вот. Единственный момент, который оказался, так скажем, они выбрали Нижний Новгород, вот, в той зоне, в которой они играют. Естественно, это просто доступность логистическая. Ярославль находится между Москвой, между Нижним Новгородом, то есть, соответственно, им просто ближе и удобнее тренироваться там. Вы назвали сборную Уругвая. Какие еще команды могли в Ярославле базироваться? Если не секрет, конечно же. Нет, не секрет. Многие команды просто, ну, так скажем, проявляли интерес. Вот, и сборная Египта. Вот. Но на сегодняшний день приезжали только две. Для этого закрыли стадионы «Шинник» и «Славтефть» на реконструкцию. Они до сих пор не открыты. Когда нам ждать? Когда они заработают? Вот вчера был на «Шиннике». Трава на самом деле та, которая нужна для самого уровня высокого мирового чемпионата. И реально проблем нет. Мы наоборот сделали небольшое, такое сказать, усилие. Вернее, оно было большое усилие. И дополнительные средства были выделены федерального бюджета и местного областного на дальнейшую реконструкцию стадиона.
в части легкоатлетического ядра, поскольку в Ярославской области легкая атлетика на высоком уровне развита, а открытых площадок, где она может развиваться и достигать своего развития, уже не оставалось. То есть сейчас зашла компания, которая делает реконструкцию легкоатлетического ядра, будет полноценный стадион и футбольный, и легкоатлетический. То, что планируется завершение работ к концу августа. Вот. Ну, вообще, раньше, чем конец чемпионата, ни на «Славнефть», ни на «Шинник» никто и не зайдет, поскольку эти поля зарезервированы для чемпионата мира. И вариантов может быть много исходов, и поэтому они будут ждать возможного появления каких-то игроков здесь, если что-то не так пойдет. То есть, получается, Ярославский «Шинник» на родной стадион вернется в августе, а пока они будут играть на малой арене или пока еще не... Не раньше сентября. То есть мы давайте дождемся конца реконструкции стадиона. Прежде всего, наверное, сейчас главное, чтобы стадион стал полноценным для всех. И футболистов, и легкой атлетики, и доступен всем остальным. Вот. Сделаем его качественно, красиво. То, что сегодня у нас зона еще закрыта, это просто требование безопасности чемпионата мира. Теперь от футбола профессионального перейдем к любительскому. На каком уровне сейчас он в нашей области и какую поддержку департамент оказывает Федерации футбола Ярославской области? У нас футбол, как и в любом регионе Российской Федерации, это самый массовый вид спорта. Как в мире, так в стране, так и в Ярославском регионе. Хочу сказать о том, что у нас определенные изменения произошли. Зарегистрирована новая федерация Минюстом. И эта федерация была аккредитована, исполком проголосовал РФС и стала полноценным членом Российского футбольного союза в мае месяце. Соответственно, были поданы документы на аккредитацию. Сейчас Федерация региональная областная проходит аккредитацию в департаменте. Руководителем ее является Харулин Галимжан Михайлович, вот, который вот уже как год практически пытается, и у него это с успехом получается, выровнять ситуацию в футболе. Достаточно кризисная она была, поскольку менялся президент федерации, происходили определенные катаклизмы. Сейчас ситуация абсолютно штатная, рабочая, проводятся основные все первенства и чемпионаты, и кубки губернатора, вот, муниципальное первенство. Я думаю, что в ближайший год ситуацию выведем на высокий организационный уровень, такой, который должен быть именно в футболе. То, что касается любительских команд, у нас огромное количество людей, которые занимаются как большим футболом, так и мини-футболом, там, различными вариациями, там, 8 на 8 и так далее. Есть много команд, которые играют не сами по себе, а уже и с тренерами. Это говорит о том, что наши жители качественно подходят к своей подготовке, не просто получать, выходить травмы, да, а готовиться так, как готовиться нужно к любому турниру, к любой тренировке. А вы сами когда последний раз играли в футбол? Как это было? В том году на заднем дворе, у меня такое футбольное поле есть небольшое, на даче сделано, и с детьми играл в футбол. Почему так давно? Времени совсем не хватает. К сожалению, да. Но я постараюсь это исправить. Ну, будем надеяться, что у вас все-таки времени будет побольше свободного, особенно в отпуске сейчас. Спасибо вам огромное. В эфире проекта «В тему» был заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведмедев. В студии работал Дмитрий Жданюк. Оставайтесь на Первом Ярославском.